Это что, кровь? Да, но я в порядке. Я в порядке. Хорошо, хорошо. Дай-ка мне свиток. Войска выдвинулись отсюда, но я не знаю, куда они направились. Они идут на север, но непонятно, куда именно. Я, кажется, знаю того, кто сможет нам помочь. Даниэл. Ева, это Асмодеус. Асмодеус, Ева. Даниэл, это же демон. Пойдем отсюда. Все хорошо, я его знаю. Это мой друг. Спасибо, Даниэл. Слушай, все нормально. Он должен знать, где находятся генералы. Ну, рассказывай, как вы познакомились? Некоторое время назад я услышал звуки яростной драки, которая происходила снаружи этого здания. Дэниелу удалось отбиться, но он был тяжело ранен. Меня удивило то, что он смог победить 4 демонов сразу, и я решил помочь ему. Ты же демон, почему ты не прикончил его? Да, я демон, но не такой, как остальные. Я пришел сюда не для того, чтобы охотиться на человеческие души. Я сбежал сюда из ада, сбежал очень давно, и с тех пор скрываюсь и жду. Подожди, ты же не та самая Ева, или та? Что? Та самая Ева? Ты мне об этом не говорила. Я не люблю об этом говорить. Подожди, а почему тогда ты здесь? А где Адам? Ах. А. Итак, Дэниел, чем я могу тебе помочь? Нам нужно найти оставшихся генералов и армию Люцифера. Люцифер уже давно перебрасывает в этот мир своих солдат и готовится к нападению на рай. Мы уверены, что атака начнется уже скоро. Поэтому мы должны уничтожить генералов, прежде чем они будут готовы к нападению. Мне не нравится сражаться против таких же, как я, но... Мы знаем, что они были здесь, и думаем, что они двигаются на север. Он находится вот здесь, рядом с железнодорожной станцией. Видишь, я говорил тебе, что он знает. Спасибо, друг. Увидимся. Я знаю еще кое-кого, кто может нам помочь. Насколько я понимаю, пока ты можешь справиться один. Я присоединюсь к тебе, как только смогу. Let's go!
Yeah.